Поврежденные остановки, оторванные профлисты и погнутые дорожные знаки. Все это традиционные для Красноярска последствия шквалистого ветра. Красивая гроза в небе повлекла за собой разрушительные последствия. За эту ночь в службу 205 поступило больше 1500 звонков от горожан. Всего зарегистрировали 125 повреждений. Люди жаловались на поваленные прямо на машины деревья и строительные заборы, сломанные дорожные знаки, перевернутые автобусные остановки, искрящиеся провода и отключение электроэнергии. В мэрии рассказали, бригады работали всю ночь и устраняли последствия ветра. Крупных происшествий не было. В первую очередь бригады выезжают и устраняют так называемую аварийность, да, скажем так, то есть убирают поваленное дерево с проезжей части, либо с пешеходной тропинки, отодвигают, отключают, обесточивают провода, которые искрят. То есть такая, а дальше уже начинаются ремонтные работы, уборка мусора. Как последствие это отключение электроэнергии. Дома и частного сектора отключались ночью, и в многоэтажных домах. И достаточно много сообщений о поваленных деревьях. То есть в основном это Свердловский, Октябрьский район. О всех повреждениях вы можете сообщать в диспетчерскую службу 205 или в районную администрацию.